Солнечное затмение в пятницу 13 го сняли на видео. Частичное затмение было заметно в южном полушарии Земли. В следующий раз в пятницу 13 го затмение можно будет увидеть в 2080 году. В сети было опубликовано видео частичного солнечного затмения, которое было заметно на южном полушарии Земли. Редкое явление произошло впервые за 43 года. В следующий раз в пятницу 13 го затмение можно будет увидеть в 2080 году. Лучшая видимость явления наблюдалась в 5:00 по киевскому времени над открытыми водами Индийского и Тихого океанов, в области между Антарктидой и Австралией. Среди ученых принялись шутить, что затмение произошло для пингвинов, поскольку именно над их колониями можно было наблюдать, как Луна на 22% закрыла солнечный диск. Заметить солнечное затмение также можно было в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Однако там были закрыты лишь от 3 до 10% солнечного диска. Ранее сообщалось, что в США сняли на видео апокалиптическую стену пыли, поднявшуюся из-за бури. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.